что в шредере. А представь, он сейчас возьмет так вот пальчик и в рот засудит. Ты что задумала? Мама, не надо. Ой, кто это? У мамы родился ребенок. Выливаем кока-колу. Давай, ломай унитаз, конь. Нафиг. Что это за унитазный демон? Том, красава, молодец, чистюля. Привет, Анжела. Привет, Том. Проходи, пожалуйста. Хорошо. Прям. Не надо. Не ходи туда. Только не ходи. Все, провал. Айпад ломает. Пополам. Обалдеть. На 4 части. И вафельницу. О нет, ходи, пожалуйста. Ходи, пожалуйста. Что сейчас будет? А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самые крейзи и крутые эксперименты, которых ты еще никогда не видел. Всем привет, меня зовут Наришка Геймс. Напишите в комментариях, кто из нас больше рассказал вам и сколько раз ты. Ну что, не терпится начать. Ребят, первый у нас не совсем эксперимент, это возможный сюжет фильма, который появится в следующих «Мстителях». Посмотрите, друзья, Тор и Локи встречают кого-то в портале, посмотрите. Что это такое? Они идут навстречу, тем временем превращаются. У Тора молот, ребята, и кто вообще же им будет противостоять? Что там? И что будет за эксперимент? Возможно, мы даже сегодня уничтожим молот Тора. Давайте смотреть, кто против них. Это, наверное, какой-то пришелец другой планеты. Или кто это такой? Черный какой-то. Iron Man? Железный человек? Чего? Так он же с ними заодно. Почему он будет с ними сражаться, ребят? Я не понимаю. Может, он не собирался с ними сражаться? Я не знаю, но он как будто бы прибыл с другой планеты. Он как будто бы какой-то злой. Он говорит, что сейчас будет всем, вам всем сейчас типа будет плохо. Я сейчас вас буду всех дубасить. Ребят, мы вам показывали сюжет из Спайдермена, которые не попали в фильм. И сейчас мы вам покажем сюжет из Мстителей. Он, короче, говорит, что сейчас будет их всех пить и сделать им нехорошо. И он такой, нифига. Давай посмотрим, типа. И что, ребята? Чем закончится? Что ты сказал? Что ты там сказал? Ребят, у него камни бесконечности, которые он забрал у Таноса в последней части. Сам Iron Man, но сам же Железный Человек погиб, если вы помните, самый последний фильм. Молот Тора летит! Вау! Он его останавливает? Фига себе! Фигасики у него силы. Ребята, молот Тора это самое большое оружие вообще, самое сильное во вселенной. Собирай его обратно. Не может, он его ломает. Ребят, круто. Он рассыпался вообще, друзья. Блин. Спасибо каналам, которые делают такие фильмы и эксперименты. Ссылочки будут в описании. Киси! Нет, пожалуйста. Только не киси. Умоляю. Ребята, продолжаем уничтожать Поппи Плейтайм в нашей дробилке. Это было быстро, это так жалко. Очень жалко. И вся ваша Я тоже полезла. Хочу такие игрушки. Ребята, сегодня очень много классных экспериментов, анимаций и прочего всего. Досмотрите до конца, напишите, какой вам понравился больше. И поддержите нас лайком, конечно же. Ребята, мы подбираем для вас самое-самое интересное. Это киси. Киси? Танцующий кактус. Нет, ребята, только танцующая киси. Сейчас покажут, как она танцует. Вот она шевелится. Подпишись! Хорошо, подпишись, а я сейчас сдохну. Ребят, как жалко. У нас тоже есть такой улерокактус, но он зеленый танцующий. А это танцующая киси. Так жалко было, ребят. А есть танцующий хайди. У Шредера вообще были все шансы. Забрать. А у киси не было ни одного шанса, потому что и киси мягко просто молилась и говорила, подпишись. Причем, кстати, ребят, эти кактусы, они даже воспринимают на голос, на запись ваш голос и повторяют за вами все, что бы вы ни сказали. Как говорящий Том или говорящая Анжела. А это Хаги! Ребят, у него уже глаза такие, как будто он знает, что с ним сейчас произойдет. Посмотрите, глаза! Хаги ожидала этого! О нет, Хаги, пожалуйста, не Хаги! Хаги пошел к той же самой смерти, как и Киси. Ребят, возврат, обратная съемочка. Типа ничего не было. Да. И закидывают его назад. Круто. Это было и очень жалко. Ребят, у кого есть какие-нибудь игрушки из Поппи Плейтайм, напишите нам в комментариях. А у кого нет, напишите, хотели бы вы и какую. Может быть, маму длинные ноги. Обязательно посмотрите нашу предыдущую серию, где мы уничтожали маму длинные ноги, уничтожали папу длинные ноги. И глазики его напоследок такие. Что мама, мы же тебя в прошлой серии в пресс засунули. Что ты выжила? И
Я? По-моему, она рожает. Мама? По-моему, у нее кто-то в животе. Мама? Мама, малыш? Кто это будет? А, мама, держи своего малыша там. Мама, ты что задумала? Мама, не надо. Ой! Кто там? У мамы родился ребенок. Кто там? Обалдеть. Он очень странный, лежит на стол. Ребенок, он не шевелится. Что случилось? Ладно. Смотрим кухню нашей девочки. Том сидит, смотрит YouTube. Кот Том смотрит Валеришку. А, он с Анжелой переписывается. Типа, приходи ко мне, я сейчас приду. Ага. Блин, а у меня тут суши. Сейчас Анжела придет. А у меня тут срачужник вообще. Кошмар и ужас. Надо хоть поприбираться. Так, а куда поприбираться? Блин, я не знаю, я ничего не успею. Слишком мало времени. Нужно, так, куда? Куда? Нужно куда-нибудь мусор. Это все запхать. Может быть, в мусорник выкинуть? А куда он это все делал? Тащит. Ребята, ого, сколько мусора у Тома. Том наш очень большой грязнуля, как вы. Холодильник? Ребят, это же место, первое место, куда Анжела полезет. Том, ты об этом не думал? Том, что ты наделал? Анжела, надо идти. А у меня как раз чистота, я успел. Так, надо прилезать чубчик, чтобы ничего не торчало. Скорлупу банана под коврик. Все. Порядок наведен. Том, красава, молодец, чистюля. Привет, Анжела. Привет, Том. Проходи, пожалуйста. Хорошо. Прям сразу же успел. Сразу же на банане. Анжела такая. Том, ты чего? Что за бананы? Ты что, не подготовился ко встрече со мной? Я подготовился. Я даже все поубирал, но банан не забыл. Так, давай посмотрим телек. Давай. О, у меня есть. Пойду в холодильник, что-нибудь перекусить нам возьму. Не надо! Не ходи туда! Только не ходи! Все, провал. Анжелу завалило. Я думаю, она этого Тома не пройдет. И шишка еще больше выросла. Том! Это он все Том. Виноват. Okay. Не надо ко мне, ничего, не надо меня брать. Это Том. Том, вот Тома и готовь. Так берем компьютер. Ребят, у них такой маленький ноутбук. Это же мой ноутбук. Я по нему Валеришку смотрел. Какой он маленький. Вау. Она его увеличила. Я тоже так хочу. Игрушечный ноутбук, ребята, взять сделать. Она открывает картинки цветной капусты. Блин, она такая красивая, когда... Курочка! Ребят. Берет курочку. Берет мышку. Превращает мышку в айпад! Ребята! И что, будет уничтожать айпад? Нет! Нет, только нет! Лапки! Нет! За что? Ребята, так жалко. Сегодня мы будем готовить куриные ножки. Да. Ребят, кто любит кушать куриные ножки, ставьте лайк. Кто не любит, ставьте тоже. Нет, айпад ломает! Пополам! Обалдеть! На 4 части! И вафельницу. Это будет называться айпадные вафли, друзья. Имени айфона, друзья. Имени яблофона вафельки. Так, ждет, пока они поджарятся. Ребят, а вы смотрите новые серии на Валерий Клепик Геймбокс. Наши новые каналы, ссылочки будут в описании. Под этим роликом переходите, обязательно посмотрите. Ого, вафли из клавиатуры. Красивые такие вафельки. Поджаренные с клавиатур, с кнопочками. Кстати, на айпаде я просто не помню кнопочек. Были, что ли? Так. Курочку. Оу, какая вкусняха. Ребята, и вафельки. И прям... И сверху. И прям у кого слюнки, у меня, да. Так. Том грустит. Том грустит, ноутбук забрали. Вот вам еда, я вам приготовил. Что? Вау, спасибо, это нам. Настоящая вкусняха. Просто вау. О, унитаз. Ребята, конь, ты чего? Конь вынес с поля унитаз и решил присесть на него, сделать свои дела. Не надо. Прямо в плаще, в комбинезоне и в сапогах. Сидит, значит, думает о жизни. Ну что, конь, все хорошо? Да, туалетную бумагу надо взять. Ты что тут делаешь? Ты что нам эксперименты портишь? Нам унитаз для эксперимента нужен, должен быть. Все, вставай. Блин, даже сходить не дали. Ну что вы за люди, эти птицы? Так, эти голуби что за люди? Выливаем кока-колу. Унитаз. Что она такая черная? А что она такая черная? Кола не такая, ребят. Ферри. Это сейчас будет что-то супер-мега круто. Будет что-то вообще жесть. Прям не такое, как мы с вами привыкли видеть. Сейчас будет какой-то взрыв мозга, поэтому готовьтесь взрывать мозги. Скорее всего, будет очень-очень много красителей или что-то. Красный. Это краска. Ребят, я думаю, этот унитаз будет не приспособлен для использования больше никогда. Друзья, поддержите нас лайком, посмотрите до конца. И напишите, какой сюжет вам сегодня понравился больше. Ментос! Целое ведро. Вон они, смотри, с конем голубочек выстрелил.
Ай! Капец, ребят, нереально. Всё, целый блок, высыпали. Целая упаковка. И немножко уксуса. Привет, горит, я конь, а я голубок. Так, сейчас будем фигачить. Один, короче, снимает, другой заливает. Так, уксус с ментосом не реагирует. Уксус — это кислота. Нафиг выкинуть. Так, и сейчас... Давай! Давай! Ломай унитаз, конь! Нафиг! Воу! Вали! Бегите! Конь и голубочек! Ну, как бы сейчас он особо. Как жахнет! Ребята, представляете, у него вычекает сзади! Это же скач! Ну, такое себе! Оно поднимается, но очень-очень медленно! Смотрите, но постепенно нарастает! Воу! Что это за унитазный демон? Какой-то вылез. Он возрождается. Вот это с да. Унитаза. Это просто финиш. Пенка. Ух, слушаем. Вау! Это было быстро. Улет. Просто развез на запчасти. Красиво. Красивый был Губин. Да. У кого такой был, друзья? Нутелла. Три. Только не Нутелла. Вы представляете, что сейчас будет со Шреддером? Только не Нутелла, пожалуйста. А он захватит некоторые. Вот сейчас все сможет. Ну да, ну правую. Она выжила больше всего. Мне кажется, Шреддер сейчас пострадает навсегда. Он никогда не будет прежним. Посмотрите, ребята. Папа, как будто его измазали, сами знаете, в чем. Да. И это не шоколад. Это называется, кто включил наш ролик на том моменте, когда уже надписи Нутелла не видно было, может подумать совсем не то, друзья. Может подумать всякую гадость. Или вот, то, например, что вот этом моменте, на вот этом моменте вы включили наш ролик. Ребят, что вы подумаете, что в Шреддере? А представим, сейчас возьмет так вот пальчик и в рот засудит. Папа, ты его в мусе умеешь считать? Это Нутелла всего лишь, друзья. Кассеты. Кто еще помнит такие кассеты? Да. Обалдеть. Так, это что? А, это какие-то игры. Это игры? Или это музыка? Саундтрек Черепашек-ниндзя. Короче, все нафиг разлетелось. Вообще. Никто ничего не понял. Никто не выжил абсолютно. Шреддер помылся. Новый кошелек. Новенький кожаный. Халк. Халк? Ого, какой-то он странный. Что за холст? А что это такое? Это духи? Шампунь! Видела с него? Вот это полетело все. Ой! Да, это как будто бы был или напиток, или шампунь какой-то. Ой. Все просто вылетело. Просто... Да, как жидкость получается в нем была. Класс. И голову. Что это такое? Фанта? Взбулькали фанту? И фанта называется «Вопросик»! Тихо, внимательно смотрим, что сейчас будет. А ничего не будет! Он ее поймать не может, ребята. Но как только он ее поймает, вы представляете, что будет? Это капец! Он сейчас ее... Вау! Он ее еще больше взбулькал. Да. И заживал. Посмотрите, он отгрыз кусочек. И моментально давлением понеслась фанта наружу. Вылетает, заляпало все на свете, все камеры. Вы видели когда-нибудь такую фанту вопросы? Я, ребята, не видел, честно говоря. Может, это какая-то малиновая или какая-то... Я видела только... Или вообще какая-то секретная фанта. Друзья, какой сюжет вам сегодня понравился больше или эксперимент? Напишите нам в комментариях. Поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на Макс, на Сим, на Плей, на Геймс, на Фэмили. На наших новых каналах Валерий Кэт и Геймбокс. Под этим роликом все ссылки, все наши 7 каналов. Подписывайтесь, переходите. Мы вас очень любим. Стараемся для вас. У нас самые лучшие.